Иван спрашивает о том, почему, как вам кажется, вот так сложно взрослым людям что-то начинать, детям просто. Ну, он пишет о том, что он приехал заниматься серфингом, и для него это был шок, он не мог этого сделать, ему было страшно. При этом детям, которых он видел рядом, таким же тоже приехавшим, да, им было легко, и ему было немного некомфортно, и он задумался об этой проблеме, решил адресовать этот вопрос вам. Естественно. Да, кому кому же же еще? еще? Во взрослом возрасте сложно сломать вот этот барьер, и можно ли добиться мастерства, если ты занимаешься этим, ну, там, скажем, с 20, ну, я так понимаю этот Во-первых, вопрос. природа нас запрограммировала особым образом, что в подростковые годы мы более бесстрашны, потому что нам терять нечего. Упал с роликов, сломал ребро, набил синяк. Ты герой в школе, да? Если я сломал ребро и набил синяк, вышел на сцену тренинг проводить, у меня синяк под глазом, и я иду, перекосившись от боли в боку. Ну, понимаете, цена этой травмы совершенно разная, во-первых. Во-вторых, ну, как бы тормоза включаются постепенно, уровень ответственности растет, тормозов все больше и больше. Если бы я был такой же безбашенный, как в 15 лет, я бы поубивал моих детей, да? Но я опасаюсь, что они упадут, что с ними что-то случится, и я опасаюсь за себя, потому что, как мне жена говорит, ты должен беречь себя, потому что у тебя четверо детей. Не потому, что тебе будет больно, а потому, что у тебя четверо детей. Ты нам нужен, ты не должен себя подвергать такой опасности. И у меня этот механизм тоже включается в мозгу. Поэтому вполне естественно, когда перед вами какой-то безбашенный аттракцион, вы подумайте 10 раз. Мы с сыном катались на Бали, вейкборд на доске, ну, за катером или за лебедкой, значит, на фале, доска и так далее. Кажется безобидным совершенно вид спорта. Блин, я травмировал оба колена, я до сих пор испытываю боль и до сих пор еще открыт вопрос, делать операцию, не делать операцию. Я травмировал оба колена, мениски, а сыну операцию таки сделали. Потому что такая доска, да, крутилась. Сын герой, неделю повалялся дома, сейчас с костылем в школу ходит. А я хожу, прихрамываю до сих пор, я не могу выйти на пробежку, я хожу быстрым шагом, но не могу бежать, потому что у меня коленка болит. Но надо же думать головой, правильно? Поэтому под этим опасением есть свой резон. Серфинг – это опасный, смертельно опасный вид спорта. Ежегодно гибнет несколько серферов. Ежегодно они получают Да. либо доской по голове, либо Как правило, доской грудью на бывает риф, действительно. либо, ну, так, либо задохнулись под водой, не смогли выплыть, не хватило воздуха в этой круговерти и так далее. Несколько серферов выносят на берег их трупы ежедневно, их оплакивают матери, сестры, жены и дети, но они, этот страх вполне оправдан. Ну, детей, они безбашены, потому что им пока нечего терять или почти нечего терять. Уже отступил. Ну, кстати, у ребенка врожденных страхов всего два. Страх высоты и страх громкого звука. Воды они не боятся в детстве еще пока. Все остальные страхи выучены. Поскольку Иван, очевидно, человек взрослый, у него уже страхи выучились. Он уже знает, что бывает от экстремальных видов А развлечений. происходит это от чего? От информационного шума? Вот поток информации воспринимается человеком на протяжении там длительного времени. Ну, есть... Если человек чем-то этим не занимается, не пробовал, то как только ему предоставляется такая возможность, он такой, или там, знаете, Пока человек не знает о том, что самолеты разбиваются, и не представит себя на месте одного из пассажиров, он не боится летать. Я не боялся летать с детства, мне в ум не приходило даже, А сейчас у что вас можно есть бояться. небольшая аэрофобия? Никакой аэрофобии нет, Вообще она нет. преодолена, но у меня не было аэрофобии, у меня не было, но легкая тревога, особенно после терактов, когда там самолеты взорвались с разницей в 3 минуты, я помню, что было довольно трудно подниматься на борт и лететь, и там турбулент, и все такое. Сейчас преодолено, я сейчас абсолютно равнодушен в полете, как в трамвае, не знаю, как в машине еду. Но, тем не менее, я понимаю, что этот страх, он имеет под собой основание, потому что риск присутствует. А страх – это не что иное, как мобилизация организма. Но дело другое, что если в ситуации какой-нибудь драки вы, мобилизовав свой организм, повышаете свои шансы на выживание, то, скажем, в авиакатастрофе от вашего поведения ваше выживание не зависит. Да. Если этот самолет разорвет в клочья или там взорвутся бензобаки, то ваши шансы на выживание равны нулю. Да. Вообще говоря, аэрофобией страдают, насколько я слышал, 20-30% О, населения Земли. фантастика, так много. И Да. какая-то часть из них, тем не менее, летает, их работа связана или жизнь связана с перелетами. Да. Но я читал о том, что это вопрос мнительности и того, что очень сложно делегировать что-то другим людям. То есть попасть в Совершенно ситуацию, верно. когда тебя ничего не Я зависит. за штурвалом самолета сидел, самолетом управлял, и должен сказать, что когда я отдавал штурвал инструктору, и инструктор вел самолет, я чувствовал себя хуже, чем когда управлял самолетом я, при том, что я управляю самолетом хуже, чем мой инструктор. Такой парадокс, да? Но когда я держусь за ручку, ну там не штурвал, там ручка просто, да, такой джойстик. Вот когда я держусь за этот джойстик, я почему-то себя чувствую
спокойнее за свою судьбу, чем когда доверяю этот джойстик другому человеку. Это парадокс, да, ваша причастность к управлению. Бывает, что человек едет по горной дороге и говорит, слушай, да, я пересяду за руль, я больше не могу, просто мне нервная система, чтобы отдохнула немножко, и садится за горную дорогу и ведет машину более рискованно, чем тот, кто вел ее до этого. Ему так, да, спокойнее. Ему так спокойнее, потому что он как бы причастен. Ну, такой невроз утраты контроля. Есть такое наблюдение. Есть такое явление, невроз утраты контроля. Но с этим нужно и можно бороться. Да никак бороться нельзя. Живите себе спокойно. Это нормальная реакция вашей психики. Все. Но это в пределах, знаете, как в психиатрии. Есть коридор нормы. Это в норме. Это норма. Если это фобия, если вас там зашкаливает, если вы встали на доску, там запаниковали, описались, стали кричать и, там, не знаю, тонуть в панике. Ну да, надо обратиться к специалистам. Но совершенно нормально, занимаясь экстримом, бояться. Это же на то он и экстрим. Экстремальная нагрузка. Психологическая, не физическая зачастую.